Сьогодні в програмі кулінарні вподобання олімпійського чемпіона з фристайлу Олександра Абраменка. Я дуже люблю готувати на мангалі, але ще більше люблю їсти те, що приготовлено на мангалі. Ви дізнаєтеся, на які ж висоти підносять такі смаки. Виконуємо елементи ми на достатньо великій висоті, це около 17 метрів. А на землі зірковий спортсмен покаже свою розминку, яка до снаги і малечі, і дорослим. Спортом надо заниматься, невзирая на плохую погоду. Тем более у меня такой вид спорта, что приходится тренироваться зимой и в холодное время. Поэтому главное хорошо одеться по погоде, чтобы не было ни холодно, ни жарко, а было в самый раз комфортно. Олександр Абраменко – заслужений майстер спорту України. Вид спорту – фристайл, лижна акробатика. Чемпіон Олімпійських ігор 2018 у Пхьончхані. Найкращий спортсмен 2018 року. Срібний призер Чемпіонату світу 2019 у Парк-Сіті. Тренер Енвер Аблаєв. Виконуємо елементи ми на достатньо великій висоті, це около 17 метрів. Страх, звісно ж, нікуди не дівається. Кожен день, кожен прыжок, кожну тренування необхідно з ним боротися. І просто ми привыкли и научились с ним справляться. Для всех могу дать совет, что если вы чего-то боитесь, то, во-первых, надо быть просто подготовленным профессионально к тому или иному виду действия, которое вызывает у вас страх, и пытаться его пересилить. Это возможно. Данная разминка простая, ее может выполнять любой абсолютно человек. Несмотря на то, что я профессиональный спортсмен, олимпийский чемпион, я также сам делаю эту разминку перед каждой тренировкой. Она позволяет привести мышцы в тонус, растянуть их, подготовить к работе. И уже после такой разминки можно приступать к более серьезной нагрузке. И тогда эта нагрузка не принесет никакого вреда, никаких травм не будет. Разминку мы будем проводить сверху вниз, поэтому начнем с шеи. Делаем наклоны вперед, назад. Делаем боковые наклоны. Вправо, влево. Дальше переходим на плечи. Захватываем локоть, тянем, прижимаем к себе, опускаем. Тянем локоть за голову. Переберем руки в замок. Тянемся руками вперед. Потом тянемся вверх, вытягивая все мышцы плечевого сустава. Теперь руки в стороны. И делаем вращение ладонями наружу и внутрь. Потом делаем круговые движения прямой рукой вперед. Три раза. Делаем медленно, не спеша. Чувствуем, как тянутся мышцы. И также делаем обратные вращения. То же самое другой рукой. Теперь переходим, тянем мышцы спины. Берем руки в замок, ноги немножко подгибаем, таз остается на месте, а плечи поворачиваем в сторону. Теперь то же самое, только еще тянемся рукой. Теперь делаем круговые движения тазом. Сначала в одну сторону и в другую сторону. Теперь переходим к наклонам. Сначала подгибаем ноги и тянемся руками к полу. Расслабляем поясницу, подготавливаем себя к растяжке. А теперь с прямыми ногами. Так же само тянемся к полу, можно в сторону. Теперь приседаем. Ноги на ширине плеч, тянем колени, бедра. С такого положения делаем повороты и тянемся вверх. Одной рукой и второй.
ставим ноги шире ширины плечей и так же самое делаем наклоны. Сначала к центру вниз, потом в правой ноге, потом к левой ноге. Из этого положения так же самое тянемся рукой вверх и второй. Не меняя позиции ног, упираемся, подгибаем колени, упираемся руками в колени, тянем бедра и делаем небольшие повороты плечом вовнутрь. Из этого положения делаем выпад в сторону, плавно переходим на другую ногу. Теперь делаем разворот и выпад вперед. В конце можно усложнить и сделать поворот, и тянемся рукой вверх. А теперь то же самое делаем на другую ногу. Делаем выпад вперед, поворот, тянемся вверх, потом двумя руками и в исходную позицию. Теперь берем одну ногу за колено, тянем к себе. Делаем круговые вращения голеностопом в одну сторону и в другую сторону. То же самое с другой ногой. Берем ногу в задний захват, также тянем, прижимаем к ягодицам, чувствуем растяжение. Со второй ногой то же самое. И теперь мы готовы немножечко пробежаться. Решили упростить шашлык, и сегодня у нас будут маринованные грибы на мангале. Очень полезное блюдо, практически заменитель мяса, содержит столько же полезных веществ и белков, необходимые спортсмену для поддержания физической формы. Для этого нам понадобятся грибы, шампиньоны. Сперва их надо промыть, потому что грязные есть нельзя. Тщательно моем грибы от грязи, от песка. Пока перемою, уже и есть перехочется. Дальше будем готовить маринад. Для этого нам понадобится подсолнечное масло обычное, лимон, соль, перец и приправы, итальянские травы. Берем масло и льем сколько не жалко. Думаю, 5 столовых ложек будет нормально. Добавляем соль по вкусу. Дальше берем лимон, разрезаем его . Дальше будем добавлять перец по вкусу, добавляем приправы и тщательно перемешиваем. И теперь заливаем это наши грибы. Теперь, пока грибы маринуются, это где-то минут 30, надо разжечь мангал. Берем угли и пытаемся их распаковать. Я думаю, столько нам хватит. Дальше берем жидкость для распаливания и обильно поливаем наши угли. Они должны пропитаться, чтобы хорошенько потом разгореться. Говорят, полминуты надо подождать.
можно подпаливать. С первого раза не получилось. Ну, загорелись. Ну, теперь подождем, пока они будут готовы. Угли подходят, самое время нанизать грибочки. И отправляем их на костер. Наши грибы будут жариться где-то 10-15 минут. Как только подрумянится, можно снимать. Шампиньоны – нейтральные грибы, которыми отравиться практически невозможно. Разве что только вы испортили маринад, и он пропал у вас, только тогда можно отравиться. А так, абсолютно безопасные грибы, которые можно употреблять в любом виде. Я очень люблю готовить на мангале, но я еще больше люблю есть то, что приготовлено на мангале. Обычно с друзьями на природе, как и все, наверное, мы готовим шашлык. Единственное, что я люблю шашлык нетрадиционный, из индейки. Он диетический и намного полезнее, чем свинина. Хотя по вкусу практически ничем не отличается. Уже потихоньку уже можно снимать наши грибы. Они уже приготовились. Снимаются легко и просто. Это говорит о том, что они готовы. Итак, наши грибы готовы. Теперь пришло время снять пробу. Получилось очень вкусно, так сказать, аль денте. Но это даже лучше и полезней, чем пережаренные. Поэтому я всем рекомендую разнообразить отдых на природе, шашлыки. Вот таким вот блюдом. Очень просто и легко готовится. Вот мы и завершили наш пикник. И, как полагается, после себя мы убрались, чтобы и в следующий раз, придя сюда на очередной пикник, нам было приятно здесь находиться. И призываю всех точно так же поступать. Убирайте после себя то место, где вы отдыхали, чтобы в следующий раз вам также было приятно туда прийти. Правильні поради олімпійський чемпіон дає і під час спілкування з юними спортсменами в рамках проєкту Національного олімпійського комітету «Olympic Club» під час фіналу конкурсу «Олімпійське лелечення». Тоді Олександр Абраменко поділився, як впоратися з хвилюванням. Поначалу було дуже тяжело, емоції переповняють, ти з ними не справляєшся і не можеш думати о тому, що тобі треба зробити. Но со временем я научился справляться, и, допустим, мой секрет прост. Просто не давать эмоциям выход наружу. Если я не продолжаю внутреннюю эмоцию какими-то наружными действиями, то я успокаиваюсь просто больше. Також він відповів на питання про свій спортивний вибір. Мне папа хотел, чтобы я футболистом стал, но мне не нравилось. И потом, когда ко мне пришел в школу мой первый тренер и рассказал предварительно, что меня ждет во фристайле. Я загорелся, мне понравилось. А когда я пришел и увидел батуты, дорожку гимнастическую, и попробовал на них попрыгать, и я понял, что вот этим я хочу заниматься. И нарешті Олександр поділився відчуттям після здобуття олімпійського золота. Я был в шоке. Ну, я не поверил. У меня такое ощущение, я там как-то интервью давал, и меня тоже спросили этот вопрос. Я сказал, пока я не понимаю, я нахожусь в каком-то сне, и я боюсь, что я завтра проснусь, прозвенит будильник, я проснусь, и мне придется идти опять на соревнования и только соревноваться, что это всего лишь был сон. Но прошло пару дней, я уже осознал, и тогда это такие очень бурные эмоции внутри тебя, и ты некоторые даже не можешь осознать и понять, но они прекрасны. Чудово під час такого спілкування, так би мовити, мати зворотній зв'язок, а містком для нього є музика і танці. На мероприятии было масса всего интересного. И была даже неожиданная ситуация, когда дети с вожатыми подготовили до нас такой флешмоб. Это был танец.
Для нас это было неожиданностью, но мы с удовольствием поучаствовали, было интересно и смешно. І куди ж дінуться олімпійці від подарунків? Тим паче, коли вони поповнюють улюблену колекцію. Также сюрпризом для меня было на этом мероприятии то, что много было команд из каждого города, и также группа и дети были из моего города, из Николаева. И там был такой вопрос: есть у вас какое-то хобби? Я сразу назвал, что я собираю различные чашки с разных городов, с разных стран. И я очень удивился, когда команда из Николаева сказала, что для меня у них есть сюрприз, и они подарили мне одну чашку. Это, конечно, было интересно и удивительно. Я только подумал об этом, только сказал, и тут такой вот сюрприз. А подарункові сходинки привели нашого героя до статуетки найкращого спортсмена лютого. Ця відзнака була за срібло чемпіонату світу. Получать награды всегда приятно за свои достижения, когда твои результаты отмечают и поощряют таким вот способом, как лучший спортсмен года, лучший спортсмен месяца. После чемпионата мира я стал в очередной раз лучшим спортсменом месяца. Проходило мероприятие в НОКе с Сергеем Назаровичем Бубко. И такие мероприятия очень важны для спортсменов, потому что они подстегивают из раза в раз показывать лучший результат, чтобы вновь и вновь становиться лучшим спортсменом месяца. А в березні Олександра було нагороджено титулом найкращого спортсмена 2018 року. До нього привело олімпійське золото зимових ігор. В 2018 году я также стал спортсменом года благодаря своему олімпійському золоту, которое выиграл на зимней Олимпиаде. Моими соперниками был Жан Беленюк, Олег Верняев. Но так как олимпийское золото ничем не перебить, кроме как двумя золотыми медалями, то, конечно же, меня и признали спортсменом года. Хотя и Олег, и Жан очень достойные спортсмены, хорошо выступают, и я за них искренне болею и переживаю. Хоть спортивная жизнь и насыщенная, не всегда хватает времени на разные развлечения, но и в спорте бывают моменты, на которые можно отвлечься от повседневности спортивной жизни. И, как правило, у нас такие моменты, связанные с добиранием на место между соревнованиями в дороге, возникают курьезы. И, как пример, один раз мы добирались на этап Кубка мира, приехали на место, надо было арендовать машину. Мы забронировали, пришли уже получать ключи. Нас было много, машин должно было быть 3. Ну и тут выясняется, что, к сожалению, машин нету, а то, что мы бронировали, не считается, и нам могут выделить только одну машину. Ну и было смешно, как мы в эту машину пихали вещи, а это было ночью, спать хотелось, соревнования через пару дней, надо восстанавливаться. Ничего не нашли лучше, как лечь просто поверх вещей в машине. Машина небольшая, вещи почти до потолка. И вот я умудрился влезть на эти вещи и так вот добрался до гостиницы, сэкономив достаточное время, чтобы отдохнуть и на следующий день иметь возможность пойти на тренировку со свежими силами. Исходя из этой истории, могу посоветовать каждому, если что-то случается не так, как вы хотите, не впадать в панику, а просто принимать это и искать выход из сложившейся ситуации. Потому что если ситуацию поменять невозможно, по-любому надо искать из нее выход.